79 учеников пресвитерианской школы, которые были похищены в англоязычном регионе Камеруна, 5 ноября были освобождены, сообщает портал Invictory со ссылкой на ТСН. Об этом рассказал министр коммуникации страны. В то же время министр не привел никаких деталей обстоятельств, при которых дети были освобождены. Напомним, 5 ноября боевики с оружием похитили 79 учеников из школы, которая расположена в столице северо-западного региона города Бамендан. Да. Впоследствии появилось видео, на котором 11 мальчиков называют свои имена и название школы, из которой их похитили. Подобное похищение стало самым масштабным в истории Камеруна.